пошел. Жестче, держи спину. Молодец, давай, давай, последний раз. Давай! Отлично. Все, хорошо. Чуть-чуть полегче подрыв. Руками не сгибаем во время подрыва. Ага, пошел. Вниз не падаем, наоборот, вверх все работает. Последний раз. Все. Все нормально. Терпишь хорошо. Так и надо. Немного не отдыхаю. Вот ты все время сидишь, а когда сидишь, больше отдыхаешь. И все время периодически об этом бывает. Надо хотя бы ходить уже потуже. Ага, координация, смотри. Болтает уже. Чуть назад смещай, когда ловишь. Вот. Смотри, штангу поднимаешь не так вот. Не так вот. А вот, с ногами поднимаем. Это что же тренировка? Ты тоже даешь ногам нагрузку. Вот, взял. Вот твое исходное положение. А не так. Спиной. Ты же не лифтер, ты же не спину качаешь. И смотри, когда делаешь уход. Вот ты уход сделал, посмотри, видишь, ты впереди весь. Надо вот четко ловить. Вот. Чтоб ты здесь сидел, вот как коробка. Сидишь спокойно, все, тебя никуда не болтает. А впереди ловишь вот так вот ты так делаешь. Вперед вот так вот ловишь и все. Чуть что, она либо пойдет, либо тебе придется вот так вот ходить за ней. Давай, сейчас езжу уже нормально. Слушай меня. Показываю.
Да. Со всего зала только девчонки и один дорогим только тренируется. Все. Кто будет поднимать за зал, я просто не представляю. Те, кто, блин, в сентябре только начнут тренироваться, а у них соревнования там в октябре, что первые уже. Ну что, отдохнем? Давай. Прием на пяточки, чтобы без вязания впереди. Шаг спиной, а руки еще не идут. Шаг спиной сделал, тебе уже уходить и пошли руки. А ты, понимаешь, к спине-то, руки к спине прикреплены. Если сделал шаг спиной, то и должны руки пойти, понимаешь? Раз, и руки уже должны пойти в этот момент. Не стоять здесь, а руки пошли. Опа, и руки уже начали работать. Потом должен быть уход. И ловить нужно тебе, знаешь, четвертый раз, вот когда ты брал, кстати, надо бы сейчас прибавить по 20,5 с каждой стороны. Опять вот ты встал не в отдачу, потому что, по-моему, поднял ты немножко вот, не до конца ты сел. Ты поднял где-то вот в это положение и получилось не в отдачу. Тебе вроде бы и вниз еще дальше просаживают, а тебе уже вставать надо. И все, и ты в отдачу не попал. Ты учись, чтобы, знаешь, вот, можешь либо посидеть, покачать, либо поймал в отдачу и встал. Но сесть именно глубоко. Вот это, кстати, большая ошибка, когда, я по себе помню, когда работаешь на больших весах, неважно, там, классику ты делаешь или вот такое вот упражнение, что когда думаешь, вот я сейчас буду вкладываться, там максимальные усилия буду прикладывать, а вот как раз именно во время вот этих прикладывание усилий, почему-то вот организм, он как-то вот компенсирует. Если тебе надо, например, стойку поднимать, то ты поднимаешь вот такого же, там, все там почти садишься. А здесь вот нужно именно вот полностью все садиться. Уход от паха. А, я там написал, да, название? Давай, вес не боимся, вес за говно. Не размазывай. И не дергайся, работай спиной. Ну, нормально, ноги прям. Смотри.
Во время подъемов поднимал по-разному. Вплоть до того, что, знаешь, ты стоишь, и уже вот дергаешься отсюда, уже спина не пошла, вот, и пошел вниз. Это первый момент. Второй, как же ты еще там, потом ты берешь, размазываешь, вот так вот, и ждешь, не надо ждать. Здесь, понимаешь, здесь как маятник, вот маятник ходит и раскачивается. Если его подталкивать, он будет еще сильнее раскачиваться. А если его не толкать, то он будет угасать. Так же и здесь. Вот, ты, Макс, сделал. Пум-пум. И пошел вниз. Понял смысл? Вот, ты сделал мах, и в это время уходишь вниз. А не так, что ты сделал мах, остановился там на долю секунды, прикладывая все усилия, и уходишь вниз. Тут, вот здесь, во время вот таких уходов, и отрабатывается вот этот момент. Он нарабатывается годами. Когда ты должен четко, максимально вложиться и делать уход. Пошел уход. Во время всего этого движения у тебя были, прикладывались максимальные усилия. Тут, вот если посмотреть там на диаграмму, тут будет усилие прикладываться. А не так, что, знаешь, вот это одно движение, я вложился. А вот я сейчас делаю уход. Я не вложился, я просто делаю уход. Вот на это обратим внимание. Давай еще один подход. Давай, последний подход. Королевский, показательный. Чтобы без запинок. Вниз не опускаемся, штанг. Спина. Ага. Давай, последний раз. Ну все. Чувствуешь? Не идет. Надо отрабатывать. Будем сидеть. Морально готовься. Будем сидеть на этом упражнении. Чтобы пока не отработаешь. Прием и вставание в отдачу. Видишь? Физика не физика. А без этого упражнения не будет у тебя прогресса. Вроде бы, казалось бы, мелочь, да? Какой-то уход, а смотри, какую даст пользу к твоим третьим подходам соревнователям.
потом 55 или 57. Не забывай, таз поднимаем и штанга пошла. Смотри, еще раз сяду, покажу. Давай, это не запоминаемся. Смотрите, у тебя как делаешь ты? Ты поднял? И так делал ты. Смотри, как надо. Поднял? Видишь, как я работаю все время? И опускаешь, работаешь, поднимаешь. Не надо расслабляться, не надо, знаешь. И все, ты расслаблен. У тебя спина согнута, руки, ноги. Потом ты ищешь исходное положение. А тут четко, ты вот опускаешься и сам понимаешь, какое тебе исходное положение должно быть. Что оно не такое, там, не такое. А ты опускаешься так, как надо, как это естественно. Опустился, помост коснулся, взорвался. Опустился, взорвался. Чего-то копировать не надо, если так тяжело или там неудобно. Просто я тебе говорю, как надо делать, а ты старайся. Чтобы у тебя привычку просто не вошло. Чего? Вот это расслабление. В плане техники полегче. Забыл. Спина расслаблена. Смотри, расслабленная спина. И когда ты опускаешь, ты вот опускаешь вот так вот, одну спину, и так же поднимаешь. А когда ты тягу, когда ты классику делаешь, ты ножки-то у тебя согнуты. И в рывке, по наружу, тренировку говорил. И в толчке то же самое. У тебя техника тяги должна быть такая же, как и при подъеме классики. Если ты классику поднимаешь с верхней стойки, то ты, понятное дело, ты поднимаешь тягу такую же. Но ты вот так делаешь, как это, подъем на грудь. Вот из такого положения ты делаешь. Вот и поднимай с этого положения и опускайся в это положение. Понимаешь? Не так вот, вот ты поднял, не так вот ты опустился. Вот. Одна спина у тебя работает. А вот если ты поднял вот так, то ты должен опускаться так. Вот. Ты видишь, как ноги у меня работают? У меня опускаются ноги. У меня не спина сгибается, как у тебя колесом здесь вот в этом месте. Вот она должна быть прогнута. И вот так ты должна опускаться. Ноги работают. Видишь, вот она висит, а ноги работают. Спина вот она пошла после подрыва. Приседание там другая немножко основа. Когда вот в тягах складываешься,
Вот ты работаешь, тяжело тебе, да? Но ты должен сделать. Ты не то, что, знаешь, поднял, а ты все уже мертв, ты не можешь. И все, и ты вроде как, а, я сделал. А должен, знаешь, ты мертвый, да? Но ты должен подрыв этот обозначить. Дернуться должен подрыв. И спина у тебя, спина на себя мощь. Это как вот если кроссфит смотреть, да? Они там бегают, какие-то упражнения выполняют. Им надо прыгать, например. Они там вот отжимаются, отжались, встали, им надо прыгать. А ноги-то у них уже не работают. Все, мышцы устали. Они все равно этот, они должны обозначить этот прыжок. Если они не прыгнут вверх, им не будет защиты. Они могут туда постоять и дрыгаться. Они берут прям еле-еле, но они прыгают. Так же и здесь тоже. Да, тебе тяжело, ноги все сдохли, мышцы не работают. Но раз ты выкинул ее, встал, вот так вот должен все мышцы напрячь. Нога все напрячь должен, и спину напрячь. Да, ты, у тебя не получится так, как вот ты легко тянешь. А вот ты должен раз поднять и дернуться вот этот подрывчик. Ну, отлично. Давай все четыре раза так. Спину, поясницу держим. Поясницу держим. Вот. Куда ты пять раз попёр? Давай, пускай. По-моему, пять раз сделай. Вот это работа, вот. Вот так и надо. Ведь не тяжело же, да? Все лишь нужно, там, я не знаю, там, не мешок куда-то лишний перенести, а все лишь нужно, ты же выполняешь то же самое движение, просто нужно чуть-чуть додумывать и доделывать. Все лишь там никакие защитные вот эти движения, там, максимальные усилия в мышцах сделать и все. Но зато просто какая. Работают только ноги. Штанга висит на спине. Поясницу держим. Тяжело? А, смотри, вот первый раз поднял. Вот смотри, ты поднял первый раз, да? Все правильно. У тебя поясница здесь проработана. Ты поднял. Ой, сюда поднял. А когда начинаешь опускаться, у тебя здесь она раз. Вот здесь вот, ну, у меня не получится, у меня вверху. А у тебя вот здесь вот она раз, сгибается, и все. И так остается. И дальше ты продолжаешь. И чем больше разов ты делаешь, тем больше округляется. Нужно, это же упражнение, как раз оно и спину, и ты тренируешь съем, и спину ты тренируешь. Вот, ты можешь начать даже вот с этого исходного положения. Вот, прогнул, все, ты можешь прям напрячь. Прогнул, напряг, все, вот, встал, взялся, раз. На одну секунду задержался, а ты не задерживаешься. Смотри, установка тебе какая. Поднимаешь на один раз, ну, на одну секунду, да? На одну секунду задержался и на три счета опускаешь. Раз, два, три. Еще четыре. А, ну один на один раз. А его. Нет, вы сказали, тебе установку что-то на один раз. Ну да, я тебе просто объясняю. Смотри. Считаю со счетом, но ты про себя это считаешь. Ну я понял. Раз, 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 два, три. Раз, 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 два, три. Какой номер? Три. Да.
Давай тут считаем. Раз, 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 два, три. Раз, 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 два, три. Раз, 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 два, три. Да. Гармончик. Тоже слабое место. Измени крутой. Чтобы тебя бы так с такой спиной бы делать. Вот сделал фотографию спины во время приседания и тяги. Земля и небо. Может тебе ремень надо будет во время тяги? Хоть ремень хоть немножко будет тебе там как-то помогать. Потому что я понимаю, что приседаешь более-менее, корпус у тебя в вертикальном положении. Но вот приседать, но ты-то вот здесь в наклоне стоишь. И то же самое штанга внизу, ну чуть-чуть побольше у тебя наклон спины. Но там ты, сколько у тебя там тяга была? 50? 55? И сейчас 55. Там у тебя спина вот так вот, а здесь у тебя прям вообще, ну без прогиба, конечно, у тебя там немножко по-другому спина. Но прямая спина. Вот. Много не отдыхай, потому что когда сидишь, ощущения обманчивы. Потом, когда вроде думаешь, надо уже идти делать, вроде отдохнул, а на самом деле уже чрезмерно отдохнул. Внимательнее с центром тяжести, чтобы вперед не тащило. Ага. Давай, давай, давай. Таски поднимаем. Все. Да, вот сейчас вот надо поработать ногами. И не наклоняться вперед. Я буду тебя страховать, если что, чуть-чуть толкну. Угу, отлично. Даже, наверное, можно прибавить. Давай, не сбрасывай, ничего, я помогать буду сейчас, спасать. Ага, отлично. Давай, давай, третий также дави. Дави, дави. Вот. Все, последний подход, приседаемся и без груза. Помнишь? И предел. Поравнение надо проявить.
успеть. Давай. Еще два раза, и все. Помните, сядь. Все, молодец.